Хотим поделиться очередным видео. Это сложный продукт соленый огурец, цельный, нарезанный кубиком и шайбой. Проводим тестовые финальные испытания по подбору оборудования на площадке завода-изготовителя оборудования в Турции. Подобрали мультиголову 14-чашечную, вертикальный упаковщик. Задача упаковать в пакет из основа состава полиэтилен 80 микрон с рассолом, цельный огурец, соленый, соответственно, нарезанный кубиком или шайбой, производительностью 15-20 упаковок. Ну, что и было выполнено, сделано. Есть несколько моментов, которые в тестовых испытаниях необходимо было поправить, но все было сделано заранее. Пришли образцы для тестирования. И на данном видео видно, как проходит испытание довольно-таки успешно. Специально вращающийся конус ставит на мультиголове, который разбрасывает продукт, не дает ему накапливаться в одном месте. Рифленая поверхность вибролотков и весовых чашек не дает продукту влажному, мокрому, максимальная поверхность плоскости, у которого прилипает, значит, прилипнуть, и поэтому продукт перемещается при вибродвижениях. В данном случае мы еще тестируем, я сказал, нарезанный продукт. И важный был момент, это как будет себя вести подача рассола, насколько будет закрываться пакет, как это все вместе работает. Вот сначала протестировали на воде, все было отлично, пакет наполняется четко, запайка идет хорошая, герметизация отличная, как бы скоростные характеристики все были выдержаны, и уже с продуктом непосредственно сделали испытания. Если у вас есть вопросы по сложным продуктам, обращайтесь в компанию Русбана. Это наш конек. Мы с удовольствием поможем вам.